Друзья, послушайте внимательно, что сейчас вам расскажу. Играли позавчера в прятки с Добрыней и там еще с его подружкой. И, что там в доме? Все уже... И с Ваней. И, что тут в доме? Уже все шкафы... И Макс. И в шкафы везде попрятались. Там уже под все подушки, под диваны. Вот уже, все, и легко находится все, то есть без вопросов, везде находились. Вот, и тут Добрыня в очередной раз говорит: папа, давай еще раз прячься. Я вижу, в углу мандала стоит. Вот, думаю, попробую за мандалу спрятаться. Сажусь за мандалу. Свет чуть-чуть приглушил, за мандалу сел, вот и сижу. Вот, меня не нашли. Даже Ваня, который говорил, что я знаю, где папа, он думал, что я где-то под подушкой, там ему казалось, что я где-то есть, он думал, что я знаю, он знает, где я. Вот, в итоге никто меня не нашел, вот просто в углу здесь, понятно, немножко под углом поставил, что для меня это раскрылось, мандала это как определенная портал или, скажем так, проход в другое измерение. И Ира вчера, мы обсуждали эту тему, и она говорит: община — это та же мандала. Община из руны древнеславянской, община — это общий щит наш. Община, общий щит наш. Вот, поэтому вот община — это та же мандала. И то, что я вот тут давно уже мне приходит, что мы в общине, никто не может войти, никто не может свои законы диктовать, и ее вообще не надо нигде регистрировать, это просто мы. Вот, это мы, живые люди, которые просто по принципам в коне находятся и взаимодействуют из чести, совести, достоинства, видят друг друга. Вот эти программы были внедрены, разделяя властвование негативное, для того, чтобы общину разбить. Просто чтобы мы отдельными как будто бы потерялись в этом всем. Вот. А мы не отдельные, мы в общине. И мы были всегда. Просто иллюзия была, что мы как будто бы не в общине. Вот такая, в общем... Берите на заметку. Может, даже вы можете это визуализировать и, взаимодействуя с системой, пробовать... с этими тонкими мандалами внутренними, взаимодействуя, быть незаметными. Община тоже незаметна для системы. Вот это как вот с этими прятками. И в воскресенье будет мастер-класс у Виктора Белкина. Вот как раз с рисованием мандал. У меня вот перед этим мастер-классом как раз раскрылась эта тема. Я под этим видео сброшу ссылку на мастер-класс. Приходите, вот еще больше, может быть, с этим видео для вас раскроется. И еще что хотел сказать, это осознавайте, что такое община. Общий щит наш, это мы, живые люди. Это не государство, это не система, ее не надо регистрировать.